Взятка в 500 000 тенге. Руководители отдела инспекции транспортного контроля по Североказахстанской области подозревают в коррупционном преступлении, сообщает антикоррупционная служба региона. Сейчас идет досудебное расследование. Специалиста подозревают в получении взятки в размере 500 000 тенге от субъекта предпринимательства. За эту сумму задержанный обещал беспрепятственное передвижение грузовых авто по территории области и общее покровительство в предпринимательской деятельности.